От 5 до 10 лет лишения свободы грозит нелегальным продавцам сырой нефти. Завершено расследование и направлено на суд уголовное дело в отношении работников Ленгерской нефтеразведочной экспедиции по испытанию скважин Байлы Рыскулбекова и Маратбека Кобылова по факту незаконной реализации сырой нефти. С августа по сентябрь этого года они продавали сырую нефть месторождения Жилан-Кыр с использованием насосных агрегатов без разрешительных документов на территории Улытауского района. В отношении обвиняемых по статье 176 части 3 пункта Б было избрано мера пресечения арест. Уголовное дело направлено в суд.